Селедку поймал, нет? Есть, да, поймал селедку, наконец-то! 800 за нее ждали! Вот это круто! Миссис Пафф! Миссис Пафф! Ты кто? Ты кто? Не могу поймать! Ты посмотри, сколько рыб уже всяких! Эгэгэгэгэ, всем привет, ребятки, вы на канале Funny Games TV, меня зовут Максим, мы продолжаем играть с вами в котенка рыболова, подводного котенка рыболова, ребят. Так, давайте вспоминать, на чем мы с вами остановились. Ух ты, все отлично. Ой, у меня тут какой-то пишет, такого вроде не было или было, ребят, я не помню, чтобы тут комбо какой-то писалось, ох, там рыбка хорошая. Давай, иди сюда, рыбочка. Так, рекламу смотри, опять смотреть. Ладно, давайте посмотрим, быстро. Есть, иди сюда. Вот, еще, иди, есть, поймали. Отлично, отлично. Ух ты, кто? Давай, иди сюда. Ух, еще поймали. Ух, сейчас рекламку посмотрим. Отлично, рекламу посмотрели. Так, и что мы с вами там подзаработали, ребят? Давайте смотреть. 726 монет, но у меня, смотрите, 43 тысячи. Знаете почему? Потому что я немного задонатил, ребят, купил кое-что. И теперь мы сможем с вами прикупить. Так, я не знаю, что. Можем, наверное, следующий гарпун взять за 15 тысяч. Снайпер гарпун. Он прикольный, можно попробовать им поиграть. 15 тысяч он стоит. Давайте купим, ребят, давайте купим. Возьмем его и посмотрим, что мы с ним можем делать. Так, снайперский гарпун. Также мы можем с вами прокачать эйр-танк немножко. Давайте прокачаем, почему нет. А потом будем копить на лодку. 24 тысячи у меня есть. Можем на лодку теперь копить. Так, что здесь? Ага, какие-то письма, как обычно, но нам некогда. Давайте вперед. Вперед, коралл риф, 36%, так, день 34-й. Так, ну что ж, смотрим, что за снайперский гарпун, на, отлично. Ух ты, он, он наводится, ничего себе, классно. Он наводится, ребят, он наводится на рыбину и мочит ее сам. Уху, хорошо как, ой, как хорошо, ребят, а. Как он ловит хорошо, а ты посмотри. На, давай, Немо. Эй, как ты Немо упустил? Понятно. Она быстро очень плавает просто, ребят. Ух, хорош, по две, по три сразу. Да что такое? Ну-ка, давай, есть, отлично. Так, смотрим опять рекламку. Давай, Немо. Ой, вот этот пузырь. Есть, хорош, так, вот этот пузырь. А, далеко. Так, нет, не поймали. Током ударила. Новая. Ой, не дотянулся до нее. Так. Это кто еще? Ты кто? Давай. Есть. Ой, ребят, ай-яй-яй, все, реклама. Слушайте, ну крутой гарпун, мне нравится. Там новые рыбины какие-то появляются уже. Опять 700 монет зарабатываем. Отлично, и новая рыба вот эта вот, да? Сколько она? Она 34 всего стоит. А что так дешево? Вообще что-то дешево, мне кажется, ребят. Так, ладно. О, мужик пришел. Что ты хочешь, мужик? Ага, можем, говорит, поменять монеты 20 на 2. Ага, нет, не буду я менять. Давайте дальше сразу отправляемся. Будем снова рыбачить. 41%, смотри, мы уже выполнили здесь. Поймали рыб на 41%, ребят. Так, давай сразу ловим, чтобы далеко не ходить. Комбо, смотри, какое. 4, 5 комбо. 6. Давай, быстрее, есть, ловим. Так, новых рыб надо, новых дорогих рыб, мне кажется, надо ловить, ребят. Да, вот, отлично, вот. Давай, вперед, отлично, вот, Немо. Ах, Немо промахнулся, не попал, 17 рыб уже поймал. Давай, Немо, вот, отлично. Так, хорош, еще, медузу. Да, давайте опять придется рекламу, вот этот дорогой чувак. И мы его покупаем, говорим, мы его ловим, ребят. Ой, покупаем, а. Так, давай, Немо. Ой, ты кто? О, вот эту поймал, отлично. Так, рекламку посмотрели. О, опять там новый этот приплыл, ребят. Ну, мне, ух ты, 1000, ничего себе. 1000 насобирали, нормально. Слушай, давайте, может быть, прокачаем эйр-танк свой, вот так. Да даже до конца его давай прокачаем. Так, или 50 этих, а что это дает? А, все. Все, полностью прокачали эйр-танк. И у нас теперь много с вами получается. Так, подожди, мы можем... Давайте, ладно, сегодня еще гарпун прокачаем, а потом будем копить уже на лодку. 30 тысяч нам надо будет на лодку. Так, да, далее. А
погнали. У нас на всю прокачан с вами Эртанк. Да, это все благодаря, ребят, конечно же, донату. Ну, он там небольшой. Донат небольшой, поэтому можно было, мне как бы не жалко, можно было задонатить. Тем более, игра крутая, ребят. Ну и вы в предыдущих видео писали, чтобы я задонатил, поэтому я вас послушал. Вот, и сейчас мы попробуем. Так, ой, не хочу медузы. Пожалуйста, медузы, уйдите. Давай. Вот так, там что-то разговаривает. Так, Немо приплыла. Давай, еще, где? Вот так, Немо, есть две. Ах, отлично. А, медуза, ай-яй-яй-яй. Это плохо. Да, опять смотрим, будем смотреть рекламку, ребят. Но это ничего страшного. Ой, не попал. Еще раз. Еще, есть, поймал. Поймал, вон та здоровая. Плыви сюда, пожалуйста. Ух, вот этот новенький какой-то. Давай вот так вот сделаем. Еще новый. Давай. Ну, есть, поймал. Вот это. Ах, реклама, все, не успел. Ах, не поймал вот этого мужичка, ребят. Ну да ладно, зато я 1100, смотри, 1100 я наловил. Вот это да, нормально. В принципе, это неплохо, ребят. Это неплохо. Так, опять письмо, опять все то же самое. Ну что там в письме в этом пишет? Я не понимаю даже. Так, ну все, у нас теперь кислород с вами закончился, ребят. Придется теперь как-то так выживать. Вот, отлично. Слушай, ну мне нравится. Ух ты ж, какая-то рыбка подзолоченная. Брюхо, давай. Муха-цикатуха, позолоченное брюхо. Так, ловим. Сколько мы там? Ой-ой-ой, промахнулся быстрее. Итак, комбо. Еще позолоченное пришло. Я хочу новеньких каких-нибудь поймать. Давай. Ай-яй-яй, зря я поймал эту медузу. Она мне только уменьшает кислород, ребят. Медуза только кислород уменьшает. От нее толку никакого. На, есть, отлично. Так, Немо, подплывай. Давай, вот этого. Да куда ты? Давай. Есть, поймал, да? Да, поймал. Так, отлично. Все, наверное, рекламы больше не будет, ребят. Я уже 3 раза рекламу покупал. Ух, 2 медуз. А, нет, еще могу рекламу. Давай. Я хочу вот этого поймать. О, новое. Смотри, вот этого давай. Есть, поймал. Да, поймал. Отлично. Так, кого еще? Ой-ой-ой, они все рыбы съедают. Алло, вы что творите? А ну-ка, хватит. Да, все, ребят, реклама теперь. Так, и давайте смотреть, что мы с вами насобирали, ребят. 2400 у меня уже. Ну, на 1000 поймали, на 1000. Не так много. 77? А что так мало? Так, а этот... Ох, вот этот мужик в очках, рыба в очках. 280 аж стоит. Вот. Ох, что это такое? Посмотреть рекламу? Ух ты, ну классно, давайте 510 добавится, давайте глянем. Ух ты, смотри, я еще плюс 510 получил, ребят, монет, отлично, за ту рыбину. Так, что у меня здесь? Карнивал Успешен, Сильвер Вайн, а где его взять? Как его поймать? Я вот эти вот задания не совсем понимаю, что там нам нужно выполнять в этих заданиях. Так, ух ты, а вот это что такое? Ага, это кто у нас на первом месте, да, тут кто соревнуемся между... Ага, понятно, 50, смотри, процентов у нас уже, 38-й день. Да сколько тут? Почему рыбины всегда... Ух ты, сразу этот приплыл. Эй, куда ты? Ты куда, толстячок? Буровичок, куда он? Давай. На, есть, поймал толстяка. Так, и сколько? 360 за толстяка сразу дали. Отлично. Так, можно прикормку вот сюда кинуть. Вот. Летите, вот. Давай. Да что такое, не могу поймать чуть никого, ребят. Промахиваюсь очень сильно. Так, есть, отлично. Вот, хорош. Так, 26%. Ты кто? Ай, куда ты, селедка? Еще рыбина. Ну, есть, поймал сразу. Вот эту селедку. Да что ты будешь делать? Как селедку поймать? А, может ее вот так. Давай. И посмотри, сколько селедок много, но я их поймать не могу, ребят. Я их поймать не могу. Ну-ка еще раз давай. Вот сюда. Вот так. Ау! Ну, селедка! Ловись, селедка! Ау, опять рекламка. Давай, смотрим. Вот, отлично. Селедка поймал, нет? Есть, да, поймал селедку, наконец-то! 800 за нее ждали. Вот это круто! Миссис Пав! Ты кто? Не могу поймать. Ты посмотри, сколько рыб уже всяких. Отлично, ребят, рекламу пропускаем.
Ух, так, и что? 1800 я наловил. Так, а что, селедка сколько? 848, вот это рыба-селедка стоит, ты прикинь, вот это класс. Так, отлично, 4800 у меня есть. Апгрейд какой-то мне доступен? Нет, недоступен, к сожалению, апгрейд, ребят. Слушайте, ну если этих селедок постоянно ловить, то в принципе, можно неплохо за 55%, смотрю уже. Неплохо. Так, давай. Начинаем новый день, ребята. Начинаем новую охоту. Вот это сейчас селедок у нас было там с вами, да? Это круто. Так, хорошо. Давайте начинаем с простых рыб. Интересно, селедки приплывут сегодня, не приплывут? Как-то тут непонятно, когда они приплывают. Ой, промахнулся. Ой, комбо заново. Так, ух ты ж. На, держи. Так, отлично, этих ловим. Ух, хорош. Ох, есть, поймал. Немо. Давайте, плывите. Кто там еще? Ой, жердяй. На, ух, хорош. Ах, вот эту акулу. А, промахнулся, ребятки. Промахиваюсь, 21%. Вон тот. Да нет, та простая какая-то рыбина. О, опять этот рекламщик приплыл. Рекламу сейчас свою впихивать будет. На, реклам... Да. У рекламщика. Да, отлично. Ух ты, новая рыбина, ребят. Куда? Вон она плавает, новая. Давай, есть, поймал. Нет, не поймал. Есть, еще поймал, две сразу. Ой, все. Вот это уже все. Так, и что мы наловили с вами, ребят? 7000? 2000, смотри, поймали. Так, а что за новые рыбины там приплыли у нас? А, вот это, 82 стоит всего лишь, а это 55, не так много. Вот этот рекламщик 302 стоит, самый дорогой. Ух ты, вот этих же две. А, вот еще какая-то, 25 штук мы их просто поймали, 482, отлично. Сейчас еще рекламку посмотрим, ты посмотри, 1000 получим за это, конечно же, давайте. Отлично, получили еще 1000 монет, ребят, и все. А, получается, ух ты, апгрейд какой-то доступен. Это что, гарпун? Гарпун можем прокачать. Так, ну что же делать? Я даже не знаю, стоит, не стоит его прокачивать. Наверное, прокачаю, ребят. Ладно, ничего страшного. Гарпун, так, аэртанк у нас на все прокачан. Просто... Так, а подожди. Ой, нет. Ого, 3500 стоит. Нет, я не буду покупать. Так, и никак больше, да, вот это вот не прокачать, да. Тут не дают, можно было, я думал, может, вот за вот эти штуковины можно, но нет, к сожалению. Так, новенькое что-то, что у нас тут? Goldfish Special какая-то. Может, она сейчас приплывет, ребят, если мы с вами начнем. Так, 64%, уже неплохо, еще плюс 30 мы сегодня с вами практически сделали. Так, давай, вперед, сразу поехали ловить рыб обычных. Я так понимаю, если мы начинаем их ловить... И потом, ух ты, двойное комбо. Давай. И потом начинают приплывать всякие экзотические рыбины, ребят. Так, ага, ясно. А, это комбо, ты посмотри, это комбо не на уловку, так, или как она работает? Ой, здравствуй. Есть, отлично. О, новенький еще приплыл какой-то толстячок, ребят. А ну-ка, давай еще. О, да, ты лопнешь, нет? Я его не могу пробить. Ничего себе он толстяк. Он непробиваемый какой-то. Еще приплыл. На. Есть, пробил. Отлично, поймал. Еще новенькая, отлично. Вот этого тоже. Ух ты, рекламка. Отлично. Ау, это больно. Давайте. Вот, еще новенький какой-то. Ушли, они меня кусают. Так, золотая фиша. О, там какая-то. Вот, есть, отлично. Вот, есть, хорош. Ух ты, хорошо. Там еще новая медуза какая-то приплыла. Так, и сколько? 2400 я уже зарабатываю, ребят. Вот это круто. Вот это крутяк, слушайте, а. Так, что тут еще? Ух ты, каменная какая-то рыбина там была. А ну-ка еще давайте попробуем половить. 77%, смотри, мы выполнили уже, ребят, 41 день. Мы уже с вами рыбачим. Все, никак всю рыбу выловить не можем. Давай. Есть, отлично. Есть. Ух ты, хорошо уже. 9 комбо, 10 максимум. Давай, есть, макс. Ух, хорош. Давай. Ну где другие рыбины? А,
Ау, ау, ау. О, вон та селедка, она дорогая очень, ребят. Селедка дорогая. Так, надо, чтобы она поближе приплыла. Тогда мы ее сможем поймать. Или вот сюда ей кинуть. Ау, нет, промахнулся. Так, вот эту ловим. Селедку, вот этого. Оп, ага, а то он меня кошмарить будет. Давай. Ух ты, опять рекламщик приплыл. Опять рекламщик. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Давай, селедка. Ау, все. Ах, ну что ж, сколько мы наловили, ребят, сейчас? 752, да. Не так уж и много, на самом-то деле. Самое дорогое, это 504 рубля, это вот за вот эти вот селедки обыкновенные. Ну что ж, ребятки, давайте, наверное, на этом закончим. 5000 мы с вами насобирали сегодня. Осталось нам 30000, 200 шестеренок у нас с вами уже есть. Да, остается у нас, получается, только 30000 насобирать. Слушайте, а Эртанг за 12450, может, можно тоже прокачивать, а? Да, 12400 надо накопить, и может быть он прокачается еще лучше. Ну что ж, ребятки, с вами был Максим, это был Подводный котенок Рыболов. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео, подписывайся на канал, если еще не подписался. Ну и делись этим роликом со своими друзьями ВКонтакте, в Одноклассниках и в других соцсетях. Также пиши комментарий под этим видео, что ты думаешь по поводу этого котобаса. Всем пока, ребят!